Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadowfight 2. Ну что я тебе хочу сказать. Во-первых, я заточил полностью все свое оружие, всю свою броню, которая в данный момент у меня одета. Так, у нас тут отравление, это у нас на мечах. Так, на броне у меня восстановление, а на шлеме поглощение урона. Так, на сюрикенах. А, сюрикены еще не полностью прокачанные, да? Ослабление. Ну, в принципе. Ну, давай, фиг с ним. Давай, давай, поставим на улучшение. Так уж и быть. И сегодня будем как-то дальше пробиваться, продвигаться. Не знаю, ребята, очень сложно. Сейчас у нас уровень сложности идет безумие. Так, ну, естественно, не в ночном режиме, потому что тут невозможно. А вот именно в дневное время будем драться. Опять боль, как говорится. Так, без блоков. Кстати, нужно нам с тобой, наверное, здесь сыграть. Без блоков. Уровень сложности нормальный. Я думаю, должны справиться. Ничего тут сложного. Так, ниндзя с крисами. Ну что, тень, я надеюсь, ты меня не подведешь. Дурацкие, правда, эти мечи. Но я тебе скажу одно. Я уже к этим мечам привык. И когда тут брал другое оружие, начал, как обычно, фейлиться. Да, но мне дали посох. Без блоков, опять же повторю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою ж налево захотел простоять. Ну хорош уже. Поехали. Так. Ага. Нет, не то, не то, не то. Попробуем, ага. Нормуль. Но крисы он свои потерять. Вот, потерял. На. Так, уклоняется. Да что ж тебе. Так, подожди. Ты посмотри, какой у нас жулье, на. Ну, попробуем, наверное. Пробил. Так, друзья мои, первая победа за нами. А разминка пошла неплохо. Попробуем еще разочек выбить у него эти крисы из рук. Ты смотри, жучара, что делает, а? Может, хватит уже, а? Баловать-то тут. Блин, опять я попал под этот удар. Блин, почему я, главное, без блоков, а он блок может ставить, а? Жулик, пройдоха. Ну вот, на тебе. Я вот всегда заметил, ребят. Да ты припалил уже, блин. Ты просто припалил, парень. Со своими вот этими ударами. Что, специально, что ли, я не могу понять, а? Начинается вот это вот выделывание. Бросок ты будешь делать? Вот. Слушай, ну у нас очень мало здоровья. На. Ну конечно же, ребята, он уклоняется. И нам повезло сейчас крупно. Потерял, наконец-то он свою трихомудию эту, крисы он выронил. И бросочек его добивает. Все, без блоков. Очень сложно, ребята, тем более, когда с крисами делаешь вот эту вертушку. Попробую уклониться. Так, и нам нужны с тобой деньги. Хорошо, что во время этих пауз я могу спокойненько сделать глоточек горячего освежающего кофе. Ну что, друзья мои, 3500 я получил финансов. Ну и в общей сложности у нас, по-моему, 10 тысяч денег. Ну, а теперь начинается самое-самое сложное для меня. Безумно. Ой, блин, давай начнем, наверное, с турнира. Поехали. Посмотрим, кто нам тут. Ага, змей. С посохом. Блин, на уровне сложности безумно тоже очень тяжело играть. Там практически безумно и невозможно один миллиметр, да? Но попробуем с тобой все-таки справиться здесь. Я уже вижу, ребята, сколько мы наносим урона. Это, ну, ни о чем. Так, попробуем. Ать, я хотел бросить, но видишь, не по... О, тихо, повезло нам сейчас. По крупничку. Давай, 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 иди сюда. На тебе в ответку. Что он там захотел сделать, я так и не понял. Бросочек. Удачно. Тихо, не надо. Я знаю, что ты сейчас можешь чудануть. Но ты не успел. Слушай, змей как-то на изи пошел. Это первый раунд. На втором раунде они обычно активируются. Начнем. Ну, видишь, да? Хорош, блин, саданул. Ведь специально, гаденыш, отходит, чтобы свой, блин, сюрик бросить. Поехали. Угу, не в этот раз, парень. Так, подожди, подожди, подожди. Этот момент надо переждать. Ага, я понял. Поехали. Тихо, тихо, сюрикены начинает бросать. Еще разок. Почему не сработал удар?
самом деле я думал, что он сейчас сюрик сделает, но не стал. Поехали. Отлично. Бросок. Так, отравление еще действует на него. И все, по-моему, ему крышка. Не, погоди, погоди. Сейчас еще, блин, прикинь, распишет меня здесь, будет весело. Ну, да что ж ты будешь делать? Давай ударом ноги, на тебе. Прям по печени ему ногой зарядил, и все, ребята, и он отдуплился. Ну, в общем, как ты видишь, змея, мы с тобой прошли. И, естественно, надо будет смотреть рекламку. Такой куш, пропускайте 50% к бонусу. Ну, то есть, это еще 2,5 накапает нам. Но, оу, даже 7800. Шикарно. На моих часах 9 часов вечера. И, ребят, я еще хотел сегодня поиграть в историю сенсея, но не знаю, получится или нет. Потому что уже будет поздно. Уровень сложности уже, как говорится, невозможным стал. И у нас еще два испытания, где я могу поиграть. Это отшельник, ну там, естественно, телохранитель. И вот эта вот стадия 3730. Кстати, у нас 18 тысяч, я коплю сейчас деньги на следующее оружие. А оно будет, по-моему, если не ошибаюсь, нунчаки, да? На 12 уровне. Да, вот они, нунчаки. Естественно, это я приобрести себе никак не позволю, потому что это стоит гемы. Гемы я здесь не заработаю никаким образом, если только не донатить. Но донатить мне не хочется. Мне... Так, зачаровать мы можем с тобой. Но, опять же, я не буду делать этого, потому что все у нас вроде бы зачаровано. Единственное, что можно прокачать нам звездочки. Сколько они стоят? 5800. Фиг с ним, давай потратим. Это, по-моему, последнее улучшение, которое мы можем с тобой здесь сделать. И переходим. Я вот не знаю, с испытания начать или с отшельника, с телохранителей. Давай, наверное, испытание. Посмотрим. В этом бою ты будешь сражаться без шлема и доспеха. Зашибись. Это на уровне безумно. Я буду против, блин, чертовки драться без доспехов и без шлема. То есть без брони, скажем так. Челлендж, ё-моё. Ладно. А, кстати, противник тоже без брони. Ну, хоть где-то... Чего? Ты чё делаешь? Ты посмотри, у нас с тобой... ну, ты понял всё, да? Здоровья вообще никакого нету. Подожди, а почему она меня пробила? Я стоял в блоке. Я ничего не делал. Или когда у тебя нет брони, блок не срабатывает. Так, что ли, получается? Проверим сейчас мы с тобой эту теорию Пифагора. Да, уж проверишь, что тут. Ну. Поехали еще разок. Отлично. Так, отравление действует еще, я смотрю. Да чтоб тебе, блин. Захотела она. Она, в принципе, собиралась, ребята, бросить. Так, 1-1 счет. Есть шансы у нас большие, что на третьем раунде мы с тобой все-таки сможем ее завалить. Если не будем... Молниеносный, нифига себе, я получил достижение в первый раз. Хорош, девчуля. Ать! Подрезала она меня все-таки. Да иди ты в пень. Она сделала бросок. Эх, ребятушки, ребятушки. Я вот, когда оба с мечами, фиг поймешь, кто где. Ну вот как так может быть, а? Ну вот как так может быть? Я ведь замахнулся, она что-то быстрее. С какого перепуга? Я же не зря получил молниеносный. Я должен был как молния, блин, сигануть ей по шее этим тесаком. И все, ребят, ну... Я пошел дальше. Я говорю, что ничего так легкого не будет. Это тебе не история сенсея, где ты там можешь тестировать любые виды оружия, потому что тебе там дают преимущество именно по гемам. Ты там зарабатываешь не только деньги, но и гемы. И, кстати, многие ребята спрашивают в комментариях, ты эту игру покупал? Да, ребята, история сенсея — это платная игра. Поэтому, как бы, если хочешь в нее поиграть, то надо ее купить. Не знаю, может быть, есть, конечно, и взломка. Ну, я во взломке не играю. Так, ну что, давай попробуем. Эть! Ну ты посмотри, вот с одного удара столько отнять хп. Ну это разве реально, а? С одного удара нанесла, блин, сколько я за весь турнир наношу. Да дуплись ты, а? Поехали. Сейчас поймает она меня, да, конечно же. О, все, ребят, не хватило. Ну ты посмотри, сколько у нее хп там оставалось. Зашибись. Третий раунд. Ну, попал, по-моему, да? Попал, подловил я ее. Ну как ты, блин, делаешь, блин? Ты... Что у тебя там, блин, супер-пупер мощного такого? Погоди, а что это сейчас было? Эй! Ты... постой, постой. Ты видел, что она сделала?
Она протянула меч, она не бросала сюрик. Она именно каким-то воздухом меня подбила или что-то в этом роде. Ну это, извини меня, это уже им как несправедливо, это имба какая-то. Такого не должно было быть. Блин, я запарюсь с ней воевать сейчас, мне кажется. Просто запарюсь. Я-то понимаю, у нее нету сюрикенов, да? Причем первый раунд идет довольно легко. Да чтоб тебя, блин. Ну-ка. Да я ее... Перфект, отлично, ребята. Первый уровень, первый бой дается вообще на изи. Знаешь, как будто вот дает тебе какую-то такую светлую надежду на выигрыш. Да неужели? Ах, по ногам-то получила, чертовка. И вот начинает, как она начинает вот это вот уклоняться. Все, ребят, начинается сразу какие-то проблемы у нас. Да ну, не может быть. Ё-моё, вырубил я ее все-таки. Так, друзья мои, надо смотреть. И в общем результате мы получаем с тобой 5865 монет. Это очень хорошо. Так. Опа, а почему? Смотри, у нас с тобой на испытании стало нормально. Это случайно не из-за того, что я сюрики докачал? Нет, не из-за того, потому что здесь по-прежнему осталось невозможно, безумно. А здесь нормально. Слушай, у нас, кстати, корячится с вами 12 уровень. Поэтому, чего там написано? Уклоняйтесь от метательного оружия? Ну-ка, покажи. Понятно. Так, в этом бою метательное оружие противника убивает одним Чего? Одним попаданием? Уклоняйтесь, говорят. Вот с этим у меня большие проблемы по поводу уклонения. И тем более тут еще чувак с крисами. Я не знаю, давай попробуем. Не надо сюрики свои, пожалуйста. Началось, короче, да? Слушай, как тут быть-то? Да ты запарил уже, блин, а? Нищеброд. Я боюсь просто, что он сейчас сюрики в меня метнет. И все, и мы с тобой рассыпемся здесь. Так, ладно, первый раунд за нами. Уклоняйтесь от метательного оружия. Если бы у меня бы так же было бы, да, что я в него метну и он рассыпется, я бы тогда бы сразу бы... Не надо! Блин, я ведь хочу сделать удар, у меня нифига не получается. Как меня это управление бесит! Тут непредсказуемое, блин. Не надо! Все, ребят, он попал по мне все-таки, а. Допрыгался, доскакался тут с айгаком, блин. Дал ему, так сказать, возможность. Ну вот я хочу же сделать. Ну вот почему он не делал, ребят, я не знаю. Я не знаю, он не хочет делать вот этот вот прыжок. Может быть, оно, конечно, с одной стороны хорошо. Сейчас сюрик пойдет, да? Да какой там сюрик пойдет? Ну, чуть-чуть же осталось. Ну, чуть-чуть осталось, а. Ну. По коленке, слава богу, я его задел. Твою ж налево. Фух. Так, слушай, денег неплохо мы заработали. Окей. Так, и в общем результате мы получаем 5742 монеты. Так, давай посмотрим, какой уровень сложности. Сразу становится, наверное, безумным. Смотри-ка, нормальным. Оу, еще один поединок выигрываем, и у нас 12 уровень. Так что, друзья мои, нам придется идти. А в этот бой можно вступить. Ты издеваешься? А, так у меня же все есть. Оружие и метательное, и обычное 11 уровня. Так что и здесь у нас счастливчик. Ну ладно, немножко мы его омрачим с тобой. Кстати, друзья мои, я выиграл бой у рыси в ночном режиме и выбил когти. И как дурило начал их прокачивать. Зачем? Ума не приложу. Тихо. Ну хорош, блин. А, сюрики. Точнее, он в данный момент бросал не сюрики, а кунаи. Но это не имеет значения, ребят. У меня все сюрики. Все метательное оружие, которое здесь есть, это будут сюрики. Смотри, что по ногам делает, а? Да, блин, ты... Опять будет метать, нет? Что-то как-то игра подлагивает, или мне кажется, ребят? Да ты успокойся. Подожди-ка, по-моему, что-то с игрой не то, ребят. Так, вроде бы вверх-вниз все нормально, но как-то с какими-то задержками. Мне показалось так... Ладно, первый бой мы с тобой осилили. Поехали.
Ну, естественно, естественно. Опа! Неплохо он нам пропечатал. Чего? Это, оказывается, энергия. А почему она не отображается-то? Магия, точнее, а не энергия. Почему она не отображалась? Объясни мне, пожалуйста. Все. Счастливчика я завалил. Странно, что происходит? Почему не отображается здесь заклинание? Так, еще денежка к нам прилетела. Почти 6000 монет. Уровень, уровень дайте мне наконец-то. Ну, неплохо, ты получил новый уровень. 12-й, спасибо тебе большое, сенсей. Новые ужасные боссы угрожают миру. Присоединяйся к рейдам, чтобы бороться с ними. Я уже вчера за кадром боролся с ними. На вулкане там завис, на мегалите этом. Так, ладно, сейчас не об этом речь. Нам нужно с тобой изучить. Что это такое? Яростный. Так, 20% шанс получить плюс 10% урона после успешного удара. Этот эффект пропадает при получении урона или при прошествии 8 секунд. Яростный, да? Изучено. А, так это у меня изучено, елки-палки. Вот же у меня здесь, ребят, конечно же. Что первый удар в бою нанесет в течение 3 секунд с ним дополнительно 10 минут. Так, понятно. А это у нас выдержит критический удар без падения на землю. Вот, наверное, что мы с тобой все-таки выучим. Отлично. Так, что у нас тут еще? Достижение. Молниеносный получить. Да, ребята, вот я выполнил. Нет, это не то. Короче, смотри. Я, наверное, выложу в конце этого видосика тот самый бой. Но он, правда, у меня начал записываться, по-моему, с последнего раунда. Потому что я просто играл за кадром. Ну, тактику, так сказать, вырабатывал. И чисто случайно у меня получилось его заколбасить. Потому что я уже смотрю, что первый поединок за мной. По-моему, там следующий был за ним. И я уже включил на запись, но, как говорится, ничего не комментировал, не говорил. Просто играл при записи. Так, ну что, ребята, нунчаки мы можем с вами позволить себе, да? Сколько они стоят у нас? 21 тысячу голды. Новый доспех и... Подожди-ка, а шлем-то? А, вот. Ну, я думаю, что, наверное, нам нужно все-таки в первую очередь покупать, конечно же. Твой заказ будет сделан через, блин, 10 минут, жди. Ну, а куда деваться? Придется ждать. Броня 27 тысяч стоит? Да ну хорош. Друзья мои, ну что это за дела-то? Там 20 минут, тут 30 минут, блин. И в результате я свое оружие, блин, получу под конец серии. О, зато смотри-ка. 30 секунд на раунд. Ух ты, тут уровень сложности нормуль. На турнире сложно. Так, подожди, а я нунчаки-то купил, я их хоть... А, я их купил, но они пока еще делаются, да? Надеть я их не могу. Все, короче, двигаемся тогда с тобой на уровень сложности легко. Ты хочешь идти в бой с этим оружием? Проверь свой арсенал и выбери что-то посерьезнее. Да, что-то посерьезнее, которое будет у нас, извини меня, полчаса делаться, мой заказ. И у нас, друзья мои, пророк. Ну давай, пророк. Я не знаю, получится ли у нас его наколбасить нашими мечами. Ну ты прикинь, сколько еще надо будет денег, помимо того, что купить, а еще заточить же надо. Чего? Что-то, ребята, я не знаю, что с игрой, ты видел у нас хп? Я уже думал, что все, мне крышка. Потому что оно вдруг внезапно исчезло и появилось. Почему такие глюки? С чего вдруг? Понимаешь, если я буду обновлять свой... Не надо. Этот, как его звать-то? Блюстакс, да? То у меня все игры пофигарятся. Потому что такое происходит всегда при обновлении. И поэтому мне приходится играть на старой версии эмулятора. Ну хорош ты уже, достал, а? Все, выкусил, пророк. Действительно, ребята, легко, причем даже с тем самым оружием, которое у меня было. Так, и в общей сложности мы получаем с тобой почти 6000 монет. Ну что, продолжаем. Так, уровень сложности нормуль. Раскаленная земля. Так, в этом бою ты проиграешь, если будешь слишком долго стоять на земле. Блин, прыжки, терпеть их не могу. И против бархата мы с тобой деремся. А бархат у нас с саями, да?
Вот это вот лучшее оружие как раз для меня. Чтоб я тут прыгал, а она меня своими саями тут чикала. Единственное непонятно, вот, ребят, когда я делаю вот эту комбинацию, я же, получается, как бы отрываюсь от земли, да? По идее, так ведь получается. Ну, прыгать ты будешь? Вот. Вот, мне кажется, что это все-таки считается, как будто бы я, ну, отрываюсь от земли. Опа, перфект. То есть постепенный урон ее убил. Так, продолжаем, ребят, нашу эпопею. Я здесь буду вот такими ударами бомбить ее. Пытаться, по крайней мере. Да куда ж ты будешь делать? Сейчас... Все, я проиграл. Блин, господи. Не, чтобы взять, просто-напросто подпрыгнуть. Я все рассчитываю на свой вшивенький этот удар. Ладно, поехали. Может быть, еще не... Ты будешь... Прыгай хотя бы, блин. И, ребят, я не понимаю вот этого. Ну, действительно, ну, тупизм. Тупизм. Вот я хочу сделать удар, он не делает. Когда он нужен, он не получается. Когда он не нужен, он срабатывает. Прыгать ты будешь? Вот, отлично. Так, нам осталось ее добить. Ать, увернулась, да? Бросочек, отлично. Все, победили. Нет, что-то с этими кнопками не то, ребята. Подклинивает. Ну, смотри-ка, неплохо мы с собой деньжат тут заработали. И еще больше срубим. 7700, отлично. Неплохой результат. Мне нунчаки там уже изготовились или нет? Сколько еще ждать? Так, уровень сложно, да? Метательное оружие 12 уровня. Угу. Только после этого вы меня туда запустите, да? Вот вы жулики. То есть потихоньку они меня раскручивают на финансы. А сколько стоит у нас с тобой сюрикены на 12 уровень? Давай посмотрим. 13500. Половина моего заработка. Эх, ну а что сделаешь, друзья мои? Блин, еще и ждать сколько? 10 минут. 10 минут мне еще придется ждать. Что, нунчаки жду, что это жду. Ну что, давай, может быть, попробуем с тобой одолеть телохранителя отшельника, последнего. Это кто у нас там? Журавль, да? Сейчас будет нам монологи читать. Нет? Разве не будет? А должен был. Ну, фиг с ним, не хочет с нами болтать. Как хочет, поехали, ребят. Он у нас в рукопашку, да, дерется? Ну вот я об этом тебе и говорю. Не срабатывают удары, хоть ты тут тресни. Так, дай-ка я попробую так вот. На. Еще разок. Все. Не надо, парень, так. Захотел тут цыпленка изображает. Да хватит уже, ну. Журавлик, успокойся. Уходит от меня, ребята, уходит. А бросок можем сделать тебе? Нет, не хочет он, чтобы я ему бросок сделал. Да ты запалил уже тут крутиться, шарлатан. Блин, я главное не попадаю, а он... На! Хорош, хорош парень. Так, ну что, журавль, по-моему, пора тебе погибнуть. Ну, не погибнуть, а проиграть. Так будет правильно сказано, потому что мы же здесь не убиваем все-таки, а побеждаем наших противников. Ну, так, ага. Давай без сюриков только. Уже собрался там достать, я же видел. Уже хотел метнуть. Нет, парень, только не в этот раз. Так, раз, два. И, ну, как всегда, подсечку. Перфект. А, он погиб от постепенного урона, видимо. Последний звонок. И в школу. Так, ну что, ребята, у нас неплохо по финансам. Мы еще с вами получим половину этой суммы. Итого у нас, вау, 17 тысяч. Ну тут по любаську надо заказывать броню, потому что она там тоже будет делаться пол жизни. Как низко ты пал, журавль. Ты отринул все, чему я учил тебя. Забыл наставления мастеров прошлого. И ради чего? Стыдись. Прости меня, учитель. Я опозорил и себя, и твое славное имя. Но твой ученик открыл мне глаза. Да, открыл. Друзья мои, у нас отшельник принимает вызов. Ой, я даже не знаю, что делать. Идти или не идти на него. Ну, конечно, нужно идти, по идее. Но ты прекрасно понимаешь, что я там по полной программе отхвачу. Надо заказывать себе броню, надо заказывать себе шлем. Надо это не то, что заказать, а еще и заточить. Так, минута осталась, да? Ух, а здесь и не хватает даже.
Слушай, ну я, наверное, все-таки накоплю на броню вначале. Вот так она будет выглядеть. 27 тысяч, офигеть. Куда мы пойдем с тобой? Здесь сложно, здесь сложно. А здесь уже сам отшельник. Ну давай, наверное, пойдем сюда, потому что тут надо сюрикены, насколько я помню. Или нас уже впустят. Давай посмотрим, мы сюрики-то уже получили. Там 3 минуты или 5 надо было ждать. Еще 6 минут ждать. Тогда тут все понятно, куда мы с тобой двинемся. На турнир. И кто у нас тут? Ну, естественно, задира, конечно же. Задирочка со своим противным оружием ближнего боя. Его, как говорится, надо держать, ну, с одной стороны, поближе к себе. Ну и в то же время... Да иди ты. Ну смотри, что творит, а. Хорошо, сейчас поп... Опа, опа, и мне это хорошо досталось. Бросок. Шикарно, попробуем. Подловил, какой-то вонючий пинок свой сделал, а. Ну я же еще не встал, как ты, блин, сработал у него, а, эта фигня, я не пойму. Иди отсюда. Вот сейчас хорошо попал он. Почему? Я же хотел сделать бросок, эй. Как у тебя это получается, а, гаденыш? Пролетай мимо. Прям со спины ему. Это плохо. Ох, сейчас бы он, если бы попал бы по мне, мне бы мало не показалось. Все, ребят, выиграли. Все-таки хорошо, что у меня на мечах вот это вот, как оно говорится, заклинание-то висит. На. Ну куда ты? Блин, я не могу попасть, он попадает. Ну что это за справедливо разве, а? На, на. Нифига не справедливо, ребят. Оп, вот здесь надо было пригнуться. И, как всегда, у меня все через одно место получается. Нет, здесь я должен подловить. Должен же был подловить его, но не получилось. Так, пробуем еще разок. Ну, ребят, на нем отравление действует. Все, мы его и так добили. Так что, задирушка, извини, родной. Мне просто нужны финансы. Вот в чем вся суть. Монетки капают. И от этого мне еще спокойнее становится. Я вот не знаю, стоит ли идти на отшельника. Во, дошли до уровня сложности невозможно. Понятно. Так, 34 тысячи. Ну, броня нас ждет. Которая будет делаться, наверное, полжизни. Кстати, мы можем надеть с тобой нунчаки. Блин, это теперь придется к ним привыкать. Слушай, подожди-ка, у нас сколько здесь? 261? А, подожди, я могу... Слушай, я же не мог раньше прокачивать мечи. А почему сейчас мне опять дали прокачку? А вот, друзья мои, когти как раз. Вот они. Интересненько. Мне дали дальше прокачивать мечи. Вот что меня удивляет. И броню могу прокачать дальше. Правда, ценник, конечно, там просто заоблачный. 41 тысяча, ты представляешь? Ай. Улучшение. А, так мы его... Мы эту шмотку прокачиваем до 12 уровня, что ли, получается? Ну, получается так, да? То есть мы прокачиваем с тобой до 12 уровня вот этот шлем. Или же качаем просто новый. Слушай-ка. Так, может быть, нам с тобой оставить мечи, а нунчаки не брать? Фиг знает, как тут лучше сделать. Давай, ребят, короче, берем с тобой. 10 минут нам придется еще ждать. Берем броню. Так, на шлем нам не хватает. Нам придется с тобой драться. А где? Здесь, на испытании. Метательное оружие. А, подожди, а разве я еще не взял? А разве оно еще не готово у меня? Сколько там? 1,5 минуты еще нам подождать надо. Блин, и с нунчаками. Сейчас привыкай, как говорится, к этим нунчакам. Ладно, давай посмотрим, что мы можем... Невозможно. Так, отшельник принимает мой вызов. Я очень рад. Видишь, у рыси все, нету когтей, лишилась она.
Коготочков. Можешь пойти на отшельника. А я попробую. Что там? Постой, у тебя... Ага. Есть экипировка и получше. Да, она есть, но... Она еще готовится. Ты ли тот, кого я ждал все это время? Давай проверим твое мастерство. Давай. Просто я не готов. У меня нет брони, нету шлема. Он меня сейчас распишет здесь. Только шорох. Ну, первый раунд, может быть, еще с горем пополам выиграю. А дальше все. Пиши, пропало. Слушай, ну, по-моему, с нунчаками его проще бомбить. Хотя, кто его... Понятно. Ну, проще, ага. Проще. Я ему вообще урон-то хоть наношу. О, друзья мои, ну это... Уровень сложности невозможно здесь, походу, дело стоит. Че его тут? Я его бомблю-бомблю, а ему по барабану, вот и все. Ой, нашел себе развлечение. Нет, ребят, ну тут без вариков. Смотри. Не, я ему даже урона не наношу. А если наношу, то это такой мизерный. Смотри, хоп. Все, заколол. Нет, тут нужно идти прокачанным. Прокачанным по полной программе. То есть броня должна быть по фулочке. Плюс с наложением, естественно, заклинаний. А он же еще тут, это первая только стадия. Он когда еще не применяет здесь свои заклинания. То есть, ну, здесь его можно было бы еще как-нибудь, я не знаю, с горем пополам, может быть, победить. Ну, а дальше, ты сам знаешь, если он будет... Ну, смотри, ну, сколько вот я его бомблю, отнял у него здоровье, называется. То есть, до отшельника нам еще далеко. До победы, я имею в виду, до него. Все. Нет. Тут не вариант. Какой тут приз, ё-моё, приз он мне еще показывает. Ничего я не заработал. Нам... Ты невнимателен, сосредоточься и попробуй еще раз. Отшельник, ты будешь меня еще сейчас учить, кто тут внимательный или невнимательный, если у меня все готовится, что я могу сделать? Сюда? Сюда меня, наверное, не впустят, да? Потому что до сих пор сюрики делают. То есть в данный момент я могу только лишь... проходить два. Это вот здесь. Ну, тут я на турнир не пойду, потому что тут невозможно. Если мы, конечно, сейчас с тобой получим броню и плюс шлем. Ну, хотя бы броню. 6 минут нам еще ждать. Сюрикены сколько там? А, сюрики уже готовы. Точнее, это кунаи у нас. Надеваем их. Угу. Теперь я могу, наверное, подраться, да? Впустят меня, я надеюсь. Должны. Так у меня и так метательное оружие, 12 уровня. Что ты мне, сенсей, паришь, а? Хорош. Против изверга. Почему именно, чтобы я должен подраться с извергом, мне надо прокачать кунай, ну, получить оружие метательное 12 уровня? Слушай, мне так неудобно с этими нунчаками. Вот когда пол игры проходишь с одним оружием, да? Ну, изверг. По-моему, родной тебе тут сейчас не поздоровится. Иди ты. Попал, попал. А, это он попал. Попал, блин. Слушай, отлично. Отлично у нас получается. Так, поехали. Опс, подловил. Вот это было зря. Нет, нормуль. Пока терпим. Пробивной. И по ногам ему. Естественно, по ногам. Все, хромонушка встать не может. А мы с тобой продолжаем. Второй раунд. Ну что, ты будешь активироваться, изверг? Я не верю, что ты такой ватный. Ну, вот, началось. Началось в России утро. Поехали. Уходит, юлит. Как вот, как жучара последняя. Нет, парень. Не тут-то было, захотел он мне. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, он хочет что-то сделать такое противное. Подходит ко мне. Ага. На, отдохни. Вот так. Ать, не вышло. Моя очередь. Ну и зачем ты сюда пришел? Конечно. Да я не могу его даже пробить, а? Блокиратор фигов. Угу. Ну, ты смотри, что творит, а? Опа. Крышка, нет? Нет, еще живет. Ну добивай, добивай его. Все, ребята, изверг пал. Так ему и надо. Он это заслужил. А мы заслужили с тобой дополнительную награду. Так, монетки начисляются.
Отлично, почти 8000. Лишними уж точно не будут. Мне, по крайней мере, хватит теперь на шлем. Ведь хватит же. Сколько он там? Тоже будет 10 минут изготавливаться в этой кузне? Да скорее всего. В плане. Блин. Нет, ребята, не хватает мне, к сожалению. Ну что же тогда, давай посмотрим. Так, сложно, да? Сложно. Еще и регенерация у противника. Угу. Слушай, а броня у меня сделалась? Или сколько там еще ее ждать? 3 минуты. Как раз мне хватит, да? На бой. Поехали. В этом бою здоровье противника восстанавливается со временем. Ну, я надеюсь, не раз в секунду. Так, у нас разбойник. Он с палками, я с нунчаками. Короче, оба ближника. На короткой дистанции деремся. Ну, не считая, конечно, комбо-ударов. С выпадами и там прочее. Ну, давай, 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 разбойник, иди сюда. Руки чешутся, и нунчаки уже тоже чешутся у меня. Ну, отлично. На этот раз все получилось. Так, парень с палочками. Ох ты, хорошенько его так сейчас подловил. Так, тихо, 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 родной мой. О, да, он тоже, конечно, тут хитер. Давай бисюриков, пожалуйста. Ну, конечно, будет он тебе бисюриков, ага. А, он же регенерируется, ё-моё. Я совсем же забыл, блин. То есть нам... Нам нужно его бомбить, ребят. Без, как говорится-то... Без этих, без передышек. Иначе он будет себе восстанавливать здоровье постоянно. И мы его будем бомбить, бомбить и бомбить до потери пульса. На. Так, первый раунд за нами. Разбойник не такой уж и сильный. Но нужно его держать на коротком поводке. И к тому же, по возможности, выбить вот эту вот трихомудию, палки эти. Но это, конечно, не так часто будет получаться. Ага, захотел в прыжке меня подбить. Продолжаем. Да что ты... Ну, если... Он так и будет, что ли, сюриками своими, да, прикрываться? Я так и понял, ребята. Окей, погнали. Так, давай, вот так вот. О, что, он восстанавливает себе здоровье практически моментально. Эй, так не дело. Давай, 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 Рей. Ну, жмем, жмем его. Да куда ты уходишь-то, блин? Он мне еще и бросок сделал, а? Поехали. Не, ребят, ну мы так его запаримся бомбить. С его регенерацией, с моментальной, это просто трындец. По ногам получил. Поехали. Давай, 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 добиваем, добиваем его. Есть, прям по челюсти, ты видел, ему по подбородку звезданул, и он все, ребят, отдуплился. Как говорится, и слава богу. Так, заработали с тобой денег. Немножечко. 24 тысячи. Безумно, кстати, вот теперь-то мне на шлем хватит, верно же? И не надо говорить, что не хватит. Все должно быть у нас чики-пуки. Но опять же, шлем у нас с тобой будет без всего. Чистогановский, да? Бронзовый. Блин, может быть лучше этот качнуть, а? Получим то же самое, да? 259, и здесь будет 259. Хм. Интересно. У нас, блин, вот, что, вот, ребят, напишите мне в комментариях, что лучше, прокачивать то оружие и шлемы, например, броню, которая у тебя уже есть, или все-таки брать новое? Мне вот интересно знать ваше мнение. Я возьму, да, это новое, но оно будет у меня вообще не прокачанным, да? И, да, видишь, тут можно прокачивать вот эту вот полоску, видимо, идет, когда фулка будет полностью, тогда все. Тогда нужно будет на что-то другое переходить. Ну, ценник, согласись, тоже. Здесь 24 тысячи, а здесь 16. Но здесь уже, все-таки, извини меня, с каким-то навыком, со свойствами зачарования есть. Я все-таки, наверное, ребят, сделаю вот так вот. Ругайтесь, не ругайтесь. Лучше меня поправьте в комментариях, правильно я делаю или нет. А здесь 41 тысяча. Ну, мы уже с тобой приобрели, так сказать, вот эти доспехи. Ну что, да иди ты, надеваем, наверное, да, их? И давай выходить с тобой на карту и смотреть, как у нас сложно, безумно. Слушай, ну, наверное, пройдем мы с тобой сложно, а потом попробуем безумно, да, как вариант.
В этом бою тебе будет противостоять невидимый противник. Вот плохо. Помнишь, я на сенсее играл с этим невидимым? Это ж такой еще пройдоха, фиг поймешь, кто он. Как рысь, то там, то тут, везде появляется, не поймешь, чего от него ожидать. Ладно, проверим. Ну, как видишь. Ну. Вот именно этого я. А он уже сзади, да, стоит? Так, попробуем с тобой. Опа, попали мы. Причем довольно неплохо. Упс, упс. Сбил меня гаденыш с ног. Так, он теперь здесь. Слушай, возможно, мы с тобой. Где он? Попал, да, я не понимал. Я хочу сделать вот такой удар, да. Где-то рядышком со мной бросочек, офигеть. Смотришь, как на дурочка, да, сам с собой дерется, кого-то бросает. Ладно, первый раунд вроде бы легко, но со второго они обычно активируются. Опа, хорошо, сейчас я пробил. Очень хорошо, мне понравилось. Так, он сзади меня уже, да, стоит? Ну, естественно. Что-то он где-то прыгает, юлит. Я не знаю, как он перекатывается, что ли, через меня? Или как он? Да где ж ты, гад, а? Попал. Вот в нунчаках что хорошо, ребята, что они держат на короткой дистанции. Блин, он перекатывается то ли, или как он там? Я не пойму. То он тут, то он там. Он же рядом со мной стоял сейчас, в данный момент. Так, комбинация не прокатила, да? Где-то тут, уже здесь. Я не понимаю его, как он так, ребята, переходит. Давай-ка сюрик бросать. Зачем? Не надо было сюрик бросать. Ну что, надо добивать его. Осталось тут на... Все. Все, ребятушки, мы его победили. Чисто нунчаками я его пробил. И это классно. Так, теперь давай посмотрим, что у нас там дальше идет за уровень сложности. Безумно, и здесь безумно. То есть два безумца, да? Тут осталось всего лишь пройти две стадии. Уже половина 13 уровня мы с тобой насобирали, ничего себе. Поехали. А в этот бой... с метательным оружием 12 уровня. Так, погоди. У меня же... В плане, у меня что, нет метательного оружия 12 уровня? Слушай, сенсей, ты ничего не попутал? Или я неправильно почитал? В этот бой можно вступить только с оружием. А, доспехом и шлем. Тьфу ты. Вот, ребята, и косяк. Вот оно что. А я-то, блин, шлем или что я там, броню, да? Улучшил на свою голову. Блин, зараза-то какая. Так, ну, вот, из-за шлема. Вся проблема из-за шлема. Нам нужно с тобой зарабатывать деньги. 16 300. Офигеть. Слушай, ну с другой стороны, подожди, у меня же шлем закаленный, он же 12 уровня. А, 33 секунды, подожди. Тьфу ты, я уж пужанулся, господи. Сейчас все, ребята, будет хорошо. Через 30 секунд нас с вами запустят куда нужно. Давай тогда попробуем с тобой здесь. Нет. Где? Вот здесь, да? Здесь. На турнире. Да, на турнире. И опять чертовка. Опять чертовка, а мы с тобой с нунчаками. Слушай, может быть, нам взять с тобой мечи обратно, а? Хотя там уровень сложности уже будет, наверное, не безумно, а невозможно. Опа! Хорошо, что у нас с тобой... Да епарасоте! Достала ты, козлина, а! Ты мне в тот раз мозги все выполоскала, еще сейчас тут лезешь. Поехали. Держим, ребят, на коротком поводке ее. Не дадим ей тут, как говорится, разгуляться. Вставай, 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 вставай. Вот так вот он только и может. Вот только... Так, сюрики. Ага, я понял. Сейчас опять сюрик, не? Схлопотала, зараза, а? Чертовка, я тебя устрою тут. Я тебя научу, как папочку надо уважать. Опа. Ну, естественно, естественно. Ага, конечно. Ну, ребят, что, будем добивать ее, наверное? Есть. Только в разные стороны ее мечи там разлетелись. Так, первый раунд одолели. Раунд 2. Давай по-тихому. Опа, нормулька. Может, хватит уже, а? Шикарно. Жалко, полностью комба не прошла. Что она ходит к сюрикам, что ли, хочет, нет? Да блин!
Какого лешего, блин? Почему у них уже, блин, заклинания здесь есть? Почему у меня нету, а у них есть? И причем бомбит просто насмерть сразу же. Ну это разве честно? У меня, главное, заклинаний нету, а у них есть. И что, что их отшельник там учил этому, этим премудростям? Ну, ребят, по-моему, мы сейчас тут с вами допрыгаемся. Ага. Повезло-то мне сейчас как крупненько. И все в броне стоит, все в блоках, да? Тынь в башню прям. На тебе, гаденышка. Так, попробуем. Не надо, не надо сейчас еще заклинашку свою применить здесь. И все, ребят, мне будет крышка. Отойди от меня. У тебя воняет изо рта. Все. Ребят, победил я ее. Ну что? Награда. Все само собой. Так, ладно, деньги получили. Давай посмотрим, хватит ли мне теперь на шлем, чтобы его купить. Хватит. Вполне. Для того, чтобы, блин, выступить, я должен купить шлем, блин. Ну и условия у них, конечно, здесь, да? И сколько он будет делаться? Ну, 10 минут. Стандарт, ребят, 10 минут. А чем дальше, тем дольше придется, что ли, поджидать? Или как? Не знаю, ребята. Ой, в любом случае, давай смотреть, что нам с тобой доступно. Тут невозможно. Тут безумно. Но меня сюда не впустят, потому что у меня нет шлема. Тогда, друзья мои, у меня следующее приложение. Мы будем с вами заканчивать эту серию. Я попробую сейчас еще поиграть, знаешь, во что? В сенсея. Уж больно мне хочется победить сенсея Масу, да, а потом еще и тенью. Заодно проверить, что он-то будет делать. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.